Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Степан Иванович Худяков и его жена Алина вернулись из Карловых Вар. Новый год они встретили в Чехословакии. Дома не были целую неделю. Ну что ты там возишься? Да сейчас. Худяков руководил отделом снабжения шахты имени Горького. Там и получил путевку на себя и жену. Дорогой, я в ванную, мыть руки. Давай. Степан Иванович достал кошелек, вынул оттуда 500 рублей, которые остались после поездки, чтобы спрятать в хитро придуманный тайник. Твою ж. Лина, звони в милицию! Нас обокрали! Степана Худякова, не последнего человека на шахте имени Горького, ждал первый в новом году неприятный сюрприз. Из его квартиры исчезло 53 тысячи рублей. Они были спрятаны в двух тайниках. 3 тысячи в кактусе и 50 тысяч в старом радиоприемнике. Тайники необычные, но такое впечатление, что вор знал, где искать. В этой истории было множество загадок. Самое главное, как вообще преступник попал в квартиру. Замок входной двери импортный, ключей к нему подобрать не так просто. Следов взлома нет, форточки и балконы закрыты. Милицейское начальство города требовало немедленно найти вора. Приехали мы из Карловых Вар. Расследование дела поручили следователю Правдину. Серьезный, основательный, с комплексом отличника. За это Антона Сергеевича коллеги в шутку называли «комсомольский Правдин». Эй, следак, ты меня слышишь? Да, конечно. Вы приехали, достали деньги, перевернули кактус, нет 3000. Кто поливал цветы, пока вас не было? Что? Какие цветы? Земля влажная, а вас неделю не было в городе. Кто поливал цветы? Так сестра моя поливала. Мы ей ключи оставляли, помнишь? А можно ее имя, отчество, фамилию, адрес, телефон есть? Да, конечно, записывайте. Лина, сейчас. Выйди, пожалуйста. Тут такое дело. Здесь было больше 3000. В смысле? Основные деньги лежали в приемнике. Здесь было 50 тысяч рублей. Сколько? 50 тысяч. Так а почему вы сразу не заявили? Следак, ты совсем несообразительный. Найдешь вора, получишь премию. Лично от меня. Ты меня понял? Первым делом следователь решил найти потенциальных свидетелей. Ну что, давай опрашивай соседей. Может, то, что видел, слышал. В квартире напротив жила слепая старушка. Проходите, пожалуйста. Спасибо, Александра Афанасьевна. Александра Афанасьевна Жильцова очень редко выходила из дома. Александра Афанасьевна, я к вам по какому вопросу? Он сообщил, что в квартире напротив была кража.
Может быть, вы что-нибудь видели, слышали, что-нибудь необычное, подозрительное, из ряда вон выходящее? Всю неделю подряд приходил молодой мужчина. Мужчина? Худякова говорила, что она просила сестру поливать цветы. Молодой человек, я могу не доверять своему зрению, но слух у меня прекрасный. Нервный резкий шаг, лет 30, не больше, так ходят только молодые парни. Угу. Что-нибудь еще подозрительное происходило? Один раз 3 дня назад квартиру открывал не он. Угу. А кто? Следующая фраза еще больше запутала следователя. Привидение. Кто, простите? Привидение. Я слышала, как открывалась дверь и закрывалась, а шагов не было слышно. Будто он летал. Летал. Воспринимать Жильцову как ценного или, по крайней мере, адекватного свидетеля становилось все сложнее. Зря вы делаете такое лицо. Благодарю за помощь следствию. Я дверь сам закрою. До свидания. До свидания. Привидение, говорите? Спасибо. Да, привидение. До свидания. Правдин вернулся к потерпевшим. Первым делом он решил узнать, кто все-таки поливал цветы Худяковых – мужчина или женщина. Ваша соседка утверждает, что цветы приходил поливать мужчина. Да, это был мужчина. Модельер Альберт Засинский. Лина! Какая же ты дура! Видите ли, товарищ следователь, моя жена любит богемную жизнь. Крутятся вокруг всякие ненадежные люди. Сколько раз я тебе говорил, никакому Альберту клещи не давать. Таня, нужно было через весь город ехать. А у Альберта ателье через дорогу. Но это же разумно. Как фамилия-то вашего Альберта? Засинский. Ну, тогда у меня к вам еще один вопрос. Вы можете мне объяснить, что это такое? Мы нашли это у вас в уборной. Не томи ищешь, Правдин. Через 2 дня криминалист написал обстоятельный отчет. Двери квартиры Худяковых вор открыл родными ключами. Ну или очень хорошим дубликатом. На вазоне и на старом приемнике, то есть на тайниках, обнаружили пальчики Альберта Засинского, модельера из ателье. Казалось бы, вот он, вор. От поспешных выводов следователя уберегла еще одна интересная находка. В квартире обнаружили следы талька. Этот белый рассыпчатый порошок используют в качестве детской прицепки. А еще тальком обрабатывали медицинские перчатки. Вполне возможно, вор работал в них. Нелогично, чтобы модельер сначала бездумно оставлял свои отпечатки на тайниках, а потом надел перчатки. Тем не менее, модельера Альберта Засинского задержали. Квартиру ваши знакомые ограбили. Вынесли 53 тысячи рублей. По всему дому ваши отпечатки. Я ничего не брал. Угу. Угу. А ключи? Может быть, ключи кому-нибудь давали? А, Засинский? Никому. Я носил их в кармане. Он очень надежный, глубокий и на застежке. Кстати, этот пиджак сшил я. Mm. Очень удобный. Mm-hmm. Носки. И не марки. Секунду. Запомните эту мысль, это очень важно. Да, правда. В этот момент следователю сообщили, что обокрали что? Еще одну богатую квартиру. Почерк очень напоминает преступника в квартире Худяковых. Я понял. Понял. Да, пока. Нет, мы сейчас выезжаем. Давай. Гражданин модельер. Да-да. А вы знаете некую Зинаиду Тарнавскую? Это жена футболиста. Я ей шил к Новому году плащ. Угу, значит, и в доме бывали? Да. Какое совпадение. Обокрали квартиру Тарнавских, вынесли все деньги. Вы же не думаете, что... Я думаю, товарищ модельер, что ближайшие лет 5, а то и все 7, вы будете шить исключительно телогрейки в местах не столь отдаленных. Я сейчас иду к Тарнавским, а вы подумайте.
Я вернусь, мы продолжим. Дежурный! Да, мам, квартиру обокрали. Молодой жительнице города Жданов, Зине Туфикчи, 2 года назад неслыханно повезло. Нет, мам, это не Леша. Это милиция. Сначала на нее обратил внимание лучший футболист Шахтера, а потом она смогла женить его на себе. С тех пор она жила в полном достатке. Расскажешь папе, не будет тебе никаких сапожек. Гражданка Тарнавская, расскажите, что случилось? Мы ездили к моим родителям в гости, встречали Новый год. Леша вернулся позавчера раньше, а я вот сегодня. Что у вас пропало? Мы решили подарить деньги моему отцу на мотоцикл. Но папа недолюбливал Лешу, поэтому от денег отказался. Когда я вернулась домой, я решила вернуть деньги в тайник. Угу. Ефим Карлович, посмотри вазочку, есть там что? Давайте не будем мешать. А сколько пропало? 12 265 рублей. Ого. Скажите, а где сейчас ваш муж? А это вопрос. Я звонила на базу. Там сказали, что сборы начнутся только через неделю. Скотина. Итак, второй раз за неделю обокрали богатую квартиру. На сей раз жертвой вора стал кумир Донбасса, защитник Алексей Тарнавский. И опять, как в квартире Худякова, замок не взламывали, легко нашли тайник, повсюду следы талька. А самое главное, в квартире Тарнавского, как и в квартире Худякова, следователь обнаружил деревянный кулон. Вот они, одинаковые. Жена футболиста не знает, откуда у мужа появилась эта вещь. Следователь ломал голову. Что объединяет производственника Худякова и футболиста Тарнавского? Номинально они оба горняки, однако ни тот, ни другой под землю не спускаются и добывают свои деньги совершенно разными способами. И виновен ли модельер Засинский? А самое главное, куда исчез лучший футболист Донецка Алексей Тарнавский? Оперативники опросили всех, кто мог видеть вора или рассказать что-то о пропавшем футболисте. Здравствуйте, оперуполномоченный Гундарев. Да, я вас слушаю. Можно вам пару вопросов задать? Конечно. Скажите, пожалуйста, а к вам не захаживал такой Алексей Тарнавский, футболист? Да, конечно. Он как раз вчера меня покупал. Еженедельник, футбол, хоккей. Я специально для него последний экземпляр оставила. Еженедельник «Футбол, хоккей» – самое популярное и дефицитное спортивное издание «Союза». Первый выпуск Нового года обычно раскупали еще до появления в киоске. В этом номере писали о футбольных звездах Европы и публиковали список 33 лучших советских футболистов. Есть такая байка. Владимир Мунтян, которого признали лучшим футболистом СССР, купил еженедельник и, увидев себя на первой полосе, на радостях заплатил киоскерше за номер 100 рублей. Тетя Клава, здравствуйте. Ой, Лешенька, здравствуй. Скажите, вы придержали для меня то, что я просил? Ну, а как же? Замечательно. Для тебя последний экземпляр оставила. Спасибо, тетя Клава. Так, а это вам? Не, я сладкое не люблю. Я вас услышал. Спасибо. Так, не то... Тарнавский очень надеялся попасть в список 33 лучших футболистов Союза. Но своей фамилии в таблице он не нашел. Хотя бы одна собака проголосовала, а? Тетя Клава, что за несправедливость, скажите, а? Вот посмотрите, Федя Черенков и тот на первом месте. А меня даже в списке нет, а? Спасибо, тетя Клава, всего доброго. Киоскерша рассказала, что Тарнавский тут же выбросил ценный номер и пошел в сторону своего подъезда. Да, а там его девушка ждала. В пальто, в белом длинном пальто. В белом пальто, говорите? В белом, да. Ну, наверное, приезжая. Спасибо. Пожалуйста. До свидания.
Хорошая новость. Скорее всего, футболист Тарнавский жив. Плохая новость для его жены. В последний раз его видели в обществе какой-то девушки в белом пальто. Возможно, она замешана в краже 12 тысяч рублей. А может, просто на время увела чужого мужа. Тот решил ухаживать красиво и прихватил с собой из тайника деньги. Это фото медсестры Анфисы Лупашко. Жена Тарнавского рассказывала, что у Алексея долгое время были с ней отношения. Правда, в белом пальто вряд ли бы ходила. В Донецке, в Угольном крае, на прилавках магазинов годами залеживалась любая белая одежда. Кому охота покупать то, что стирать придется каждый день? В Донецке обокрали две квартиры. Из одной унесли 53 тысячи рублей, из второй исчезли 12 тысяч и хозяин квартиры – футболист Алексей Тарнавский. Обе кражи загадочные. Вор с легкостью находил самые изощренные тайники. Действовал аккуратно. Единственный след, который он оставлял – тальк. Порошок, который используют для медицинских перчаток. Продавщица газет накануне видела Тарнавского в компании девушки в белом пальто. Милиция едет к бывшей любовнице Тарнавского, медсестре Анфисе Лупашко, чтобы выяснить, была она в доме футболиста или нет. Так, сейчас укусит комарик. Оперативник Гундарев навестил давнюю подругу футболиста. Оперуполномоченный Гундарев, пару вопросов. Я вас не смущаю? Нет. Анфиса Лупашко только заступила на сутки. Где вы были позавчера? Дома. Я не понимаю вопрос. Задам вопрос максимально понятно. Позавчера вы были у Алексея Тарнавского? Тарнавского, Лехи? Футболиста, что ли? Вы замолчите или нет? Мы с Алексеем не виделись уже больше года. Отношения не поддерживаем. Анфиса! Телефон! Дед Мороз какой-то! Кто? Дед Мороз какой-то! Вы извините, я просто брату на Новый год Дед Мороза в клубе медиков заказала, а тот напился и не пришел. Уже третий день ждем замену. Кому рассказать, не поверят. Оперативник воспользовался отсутствием Лупашко и проверил верхнюю одежду на вешалке. Белого пальто не оказалось. Было зеленое, и, судя по аромату духов, принадлежало оно медсестре. Оперативник Гундарев не привык возвращаться в отделение с пустыми руками. Сегодня ему поручили узнать, носит ли медсестра Лупашко белое пальто. Эту задачу он выполнит, даже если для этого придется надеть красный халат. Кто там? Дед Мороз. Ой, Дед Мороз. Здравствуйте, я вас жду, жду. Проходите. Оленька ничего не знает. Коленька, а посмотри, кто к нам пришел. Борода и красный нос. Вот я, Дедушка Мороз. Ура, Дедушка Мороз! Ну, а ты, значит... Коля. А что это за девочка такая? Так это же сестра моя, Анфиска. А нет ли у твоей сестры, Коля, такого же белого пальтишка, как у моей внучки Снегурочки? Да нет. У нее только зеленые. Ну, рассказывай стишок, Коля. Если кончится мороз... Гундарев не просто так прихватил фото Анфисы Лупашко. Бедный станет делать. Ха, о как! Оперативник решил показать карточку продавщицы газет. Возможно, женщина узнает на фото спутницу пропавшего футболиста Тарнавского. Здравствуйте еще раз. А скажите, пожалуйста, вот эта девушка не могла быть спутницей Алексея Тарнавского? Она... Точно она. От шельма. Да, но у нее нет белого пальто. Она ходила в зеленом. Товарищ милиционер, у меня зрение хорошее, я не жалуюсь. Я вот в этих очках очень хорошо все вижу. Ага, все видите. А ну, подождите. Что вы задумали? Да что вы делаете? Спасибо. До свидания.
Почему Гундарев просунул голову в киоск «Союз печати»? Он захотел посмотреть на мир глазами продавщицы газет. И вот что он увидел. Оказывается, боковые стекла киоска были зелеными. А если смотреть на зеленые объекты через зеленое стекло, эти объекты становятся белыми. Оптический обман. Вот почему продавщица сказала, что спутница Тарнавского была в белом пальто. Теперь милиция могла совсем по-другому разговаривать с медсестрой Лупашко. Следователь Правдин пригласил подругу футболиста в отделение. Он предъявил медсестре свидетельство продавщицы из газетного киоска. Я не собираюсь заниматься вашим моральным обликом. Лучше скажите мне, как вы украли из квартиры Тарнавского 12 тысяч рублей? И где сейчас сам Тарнавский? Но я ничего не крала. Да я даже домой к нему в квартиру отказалась заходить. Мы встретились у подъезда и сразу поехали за город. Леша снимает дом под Донецком. Мы там все время были. Да он и сейчас там. Адрес? Донецкая область. Поселок. Футболист Тарнавский нашелся. Жив-здоров, отдыхал за городом. Он подтвердил, что медсестра в квартиру не заходила, но и сам футболист денег из тайника не брал. То есть их украли. Но кто? Следователи спросили у Тарнавского, что это за кулон. Напомню, такой же кулон нашли и в первой обворованной квартире. Но как и в случае с Худяковым, реакция на вопрос была агрессивной. «Не ваше дело», — ответил футболист. Что было у следствия на этот момент? Из двух квартир одинаковым способом вынесли крупные суммы денег. Есть один подозреваемый, модельер Засинский. Он поливал цветы в первой квартире и шил одежду для хозяйки второй квартиры. Этими неутешительными результатами следственная группа делилась с начальником отделения милиции. На меня давят со всех сторон, а я не мальчик. Вы можете прижать как следует этого модельера? Сделаем. Это что еще такое? Мы докладывали, Сергей Сергеевич. Это кулоны. Их нашли в обоих квартирах. Они идентичны. Кулон? Кулон ты своей бабе на Новый год дарить будешь. Так, Правдин остался. Остальные вышли. Бегом. Это не кулон, Правдин. Это оберег. Его дает на удачу знахарь один. Какой знахарь? Который лечит от... Ну, короче, лечит. Ты только не распространяйся. По мужским вопросам. Лечит с гарантией. Люди себе даже любовниц позаводили. Зовут его Авдий Фисюк. Знаешь, кто к нему на прием ходит? Кто? Авдий. Адрес дадите, Сергей Сергеевич? Ладно, записывай. Октябрьская, 30. Второй этаж. 80-е. Время расцвета деятельности народных целителей, знахарей и экстрасенсов в Советском Союзе. Первооткрывателем стала медик из Тбилиси Джуна Давиташвили. Она была вхожа в дома высоких партийных чинов, популярных артистов и спортсменов. Вы все время держите руки так. Вы будете чувствовать покалывание. Есть покалывание? Есть. В народе ходили слухи, что среди пациентов Джуны режиссеры Тарковский и Феллини, художник Глазунов и даже сам генсек Брежнев. Запрос на нетрадиционную медицину в обществе небывалый, но попасть на прием к Джуне невозможно. Поэтому в каждом городе Союза появляется своя Джуна. Следователь никому не рассказал о знахаре. Ехать пришлось самому.
таинственный целитель принимал высокопоставленных пациентов в старой коммунальной квартире. Добрый день. Здравствуйте. Не забудьте вытереть ноги. А вы кто? Юзефович, Павел Борисович Юзефович, зубной техник. Живу вон в той комнате. Там у нас раньше детская была. А вы, простите, кто будете? Следователь Правдина. Мне нужно поговорить с гражданином Фисюком. Говорите. Вы Авдей Фисюк? Не Авдей, а Авдий. Это мой сын. Он знал, что вы придете. Он ждет вас. Только вы побыстрее, товарищ следователь. У него пациенты скоро. Пожалуйста. Вы Авдий? Я? Знахарь. Понятно. Скажите, Худяков и Тарнавский ваши клиенты? Пациенты? Не мои. Его. Скажите, пожалуйста, вот эти амулеты, это же вы делаете. Что они обозначают? Их делаю не я, а мой отец. Я их только заряжаю. Что, простите? Заряжаете? А чем? Они же деревянные. А, энергетика. Товарищ следователь, извините, пожалуйста. Пора. А, да, конечно, я уже ухожу. Спасибо. Авдий, вы очень помогли следствию. До свидания. Сергей Сергеевич, а что вы тут делаете? Сдаю все железо. С ним не пускают. У Авдия сильное биополе. К нему с железом нельзя. А меня? Почему пропустили? Вы просто милиционер, а Сергей Сергеевич пациент. Его лечат, а с вами просто разговаривают. А вещи вы тут оставите? Да я за вещи не переживаю. Тимофей Геннадьевич присмотрит. Через два дня в деле донецкого вора-невидимки наступил поворотный момент. Поздним вечером начальник отделения милиции возвращался с охоты. Жил он один. Полковник достал из кармана ключ и пытался всунуть его в замочную скважину. Да что за... Никак не получалось. Что-то мешало. Затем милиционер дернул за ручку, и дверь открылась. Вот это номер. В квартире полковника как будто бы все было на месте. Это ж надо, как оборзели. Начальника милиции грабить. Единственное, что пропало, деньги. Квартиру начальника отделения милиции обокрали на выходных, когда он уехал на охоту. Жена от полковника ушла год назад, взрослые дети жили отдельно. На книгах криминалисты нашли следы талька, а вот свежих следов обуви не обнаружили. Все очень напоминало почерк вора из квартир Худякова и Тарнавского, с одним лишь «но». В дверном замке полковника нашли обломок ключа, поэтому милиционер не смог вставить туда свой ключ. Первичная экспертиза показала, что ключ вылит из олова. Отпечатков пальцев на нем нет, все те же следы талька.
Следователь настоял на тщательном изучении обломка. Фрагмент отправили в Москву в лабораторию цветных сплавов. А в это время следователь Правдин уговорил начальника милиции задержать отца знахаря и как следует с ним поговорить. Тимофей Фисюк? Да. Вы задержаны по подозрению в краже. Какой краже? В отделении разберемся. Руки. Я буду жаловаться, Сергей Сергеевич. Жалуйтесь. Можете даже лично. Пройдемте. В гараже отца знахаря милиции подвернулись интересные находки. Металлообрабатывающий станок, инструменты и целая катушка припоя. Сплава для паяния. Попался. При помощи этого арсенала Фисюк мог за 20 минут сделать дубликат любого ключа. В Донецке обокрали 3 квартиры. Вор с легкостью открывал двери ключом и находил самые изощренные тайники. Все потерпевшие – пациенты юного знахаря. Перед тем, как зайти на прием, они оставляли все железные вещи в коридоре. Во время сеанса за вещами следил отец знахаря. Милиция арестовывает его. В гараже мужчины находят все необходимое, чтобы вылить дубликат ключей. Следователь уверен, что вор найден. Для него остается всего один незакрытый вопрос. Отец знахаря действовал в одиночку или в сговоре с сыном? Гражданин знахарь, вы знали, что ваш отец сделал дубликаты ключей и обокрал 3 квартиры? Нет за отцом такого греха. Не крал ничего, я вижу. А может, ты видишь, где украденные деньги? Они где-то рядом, но отец не брал их. Их взял человек, связанный с солдатами. Так, Ванга, не вешай лапшу на уши. Через 5 дней пришел ответ из лаборатории научно-исследовательского института цветных сплавов. Огромный документ на 15 страницах. Коротко по сути. Это обломок ключа, который застрял в двери полковника. А это припой, которым пользовался отец знахаря в гараже. Составы у них разные. Не мог знахаря отец вылить этот ключ. Эксперт, который проводил анализ, предполагает, что дубликат ключа вылили из расплавленного оловянного солдатика. В Советском Союзе наборы оловянных солдатиков выпускали десятки различных предприятий многомиллионными тиражами. Это были любимые игрушки мальчиков, подростков и даже серьезных мужчин. Искать вора по простому оловянному солдатику – дело неблагодарное. Но следователю повезло. Преступник изготовил ключ из раритетного солдатика. Сплав дубликата уникален. Он на 95% состоит из олова и только на 5% из свинца. Это так называемая Нюрнбергская проба. В 19 веке такой металл использовали немецкие мануфактуры для изготовления оловянных солдатиков. Следователь Правдин решил найти людей, у которых на руках могли быть такие антикварные оловянные солдатики 19 века. Отыщут хозяина редких игрушек, найдут и вора, который выливал из этого редкого сплава дубликаты ключей. Мальчики, здесь руками трогать ничего нельзя, это не женщина. Познаем красоту глазами. Добрый день. Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Эдуард Васильевич Пескун специализировался на скупке оловянных солдатиков Нюрнбергской пробы. Он убеждал, что скупил их у всего Донбасса. И что, больше ни у кого нет? Ну что вы. Есть один, который не продал, дурак. В гробу солдатиками не наиграешься, это я вам говорю. Он что, умер? Кто? Ну, тот, который вам не захотел продать. Да ну что вы такое говорите? Он жив-здоров, но не скажу, что регулярно. Пескун рассказал, что в детстве дружил с одним мальчиком Пашей. Отец мальчика очень любил оловянных солдатиков. Он дарил их сыну на день рождения. Пескун все детство хотел иметь таких же солдатиков, но жил без отца. Таких подарков мать себе позволить не могла. А можно с тобой солдатиками поиграться? А давай я их спрячу, а ты их найдешь. Я вырос и начал скупать. А Пашка дурак свои не продал. Пашка. А как фамилия этого Павла? И где он проживает?
Пашка Юзефович. Он проживает в коммуналке на Октябрьской. А в какой именно коммуналке на Октябрьской? Не забудьте вытереть ноги. А вы кто? Юзефович. Павел Борисович Юзефович. Зубной техник. Мне кажется, я встречал человека с таким именем в коммуналке знахаря. Это коммуналка его родителей. Туда подселили 4 семьи и меня с мамой. Вот тогда Пашка и начал прятать солдатиков. Когда вы его посадите, не забудьте продать его солдатиков мне. Позвоните, пожалуйста. Обязательно. Буду очень благодарен. Обыск в квартире Юзефовича длился 5 час. Ничего найти не удалось. Ни единой зацепки, которая бы говорила о причастности Юзефовича к дерзким кражам. Не старайтесь. Не старайтесь, товарищ следователь. Мне еще все это убирать. А ну-ка встаньте, Юзефович. Живо. Чего? Встаньте. Следователь решил опробовать метод, о котором им рассказывали на курсах. Он взял Юзефовича за руку, нащупал пульс и стал водить по квартире. Обычно, когда преступник приближался к тайнику или месту преступления, его пульс учащался. Но тут все было ровно. Никаких реакций. Холодно-горячо играем, товарищ следователь. Судя по пульсу, холодно везде. Может, хватит? Ничего вы не найдете. Меня папа еще в 5 лет научил вещи прятать от этих вот соседей. А вот это вы зря сказали, Юзефович. Бондарев, я сейчас буду. Шукайте. Правдин вышел в коридор, направился к телефону и набрал номер начальника отделения милиции. Вообще-то пользоваться аппаратом в доме подозреваемого – дурной тон. Но сейчас было не до протокола. Сергей Сергеевич, добрый день. Правдин хотел получить санкцию на очень непопулярную меру. Нет, обойдется без последствий. Через 20 минут следователь вернулся. И не один. Павел Борисович, у нас гости. Жук, что ты мнешься? Заходи давай. Когда Правдин понял, что в квартире они ничего не найдут, решил привлечь квартирного вора с опытом. Родион Жуков, или просто Жук, прославился тем, что чистил квартиры за 5 минут. Он мог сразу понять, где тайник и что прячут хозяева. Руки помою. Давай. Юзефович прятал украденные деньги в трубе под раковиной. Находка помогла открыть главный секрет донецкого вора-невидимки. Оказалось, работал он в медицинских перчатках и бахилах. Да, Сергей Сергеевич, дает показания. Угу, сразу к вам. Хорошо. Ну, рассказывайте, Юзефович, как, когда, зачем, когда мысль в голову пришла, куда деньги девали? Как на духу, гражданин начальник. Свою первую кражу спланировал, когда увидел Худякова. До того, как стать большой шишкой, Худяков жил в одной из комнат коммуналки. Они не виделись 20 лет. Юзефович послал отца знахаря за водкой, а сам принес заранее приготовленную гипсовую массу и сделал слепок ключа Худякова. Потом расплавил несколько оловянных солдатиков и все это дело слил в формочку. Как вы узнали, что хозяев не будет дома? Так Худяков и ваш начальник сами рассказали. А про футболиста в газетке прочитал, в интервью.
Говорит, мол, Новый год поедем к родителям жены встречать. К теще на блины. Юзефович собирался эмигрировать. У него на руках было приглашение от израильских родственников. Вот-вот он должен был получить визу. Последние годы жизни Юзефович хотел прожить как человек в отдельной квартире, как когда-то до 35-го года. Драгоценности он не брал, так как их потом нужно было сбывать. Как ему удавалось не оставлять следов? Очень просто. Медицинские перчатки и бахилы. Юзефович вернул 12 тысяч футболисту, 5 тысяч начальнику милиции и 3 тысячи угольному боссу. Куда он спрятал 50 тысяч из второго тайника Худякова, непонятно. Известно лишь, что отсидел Юзефович 4 года, а когда вышел, расселил соседей по другим квартирам. В доме своих родителей он прожил до 2001 года, вплоть до самой смерти. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Ой, не спится, что-то, Господи. Скоро вставать уже пора. Откройте, Зинаида Олеговна, откройте. Кто там? Откройте. Ой, ой, о боже, ой, что случилось, Господи, боже мой, ой, какой ужас. Молодой человек, напугавший среди ночи пенсионерку Зинаиду Олеговну, был ее соседом. Сергей Алферов стал жертвой грабителей. На него напали у самого подъезда. Из-за ранения Сергей не смог подняться на свой этаж. Лифта в доме не было. Сил хватило лишь на то, чтобы добраться до ближайшей двери на первом этаже. Когда пенсионерка пришла в себя, то сразу же позвонила в милицию и вызвала скорую помощь. Рана оказалась не тяжелой. Пострадавшему оказали первую помощь, и на утро он уже смог дать показания и рассказать о событиях минувшего вечера. Сергей Алферов возвращался с дня рождения товарища. Эй, дружище, спичек часом у тебя нет? Когда мужчина пришел в себя, то обнаружил, что лежит в грязи посреди палисадника. Было очень холодно. Бандиты сняли с него пальто. Простенькое, драповое в клетку, но почти новое. Пропали также деньги, что-то около 10 рублей. А еще часы. И не какие-нибудь, а легендарная стрела. Сергею их подарил двоюродный брат, военный летчик. Первый хронограф «Стрела» выпустили в 1959 году, а через 6 лет, в 65-м, его увидел весь мир на руке космонавта Алексея Леонова. «Стрела» вошла в историю как первые часы, которые побывали в открытом космосе. Выпускали эту модель в течение 20 лет ограниченными партиями. Хронограф был предназначен для офицеров военно-воздушных сил. Человеку, далекому от армии, достать такие часы было практически нереально.
циферблат стрелы имел две специальные шкалы – телеметрическую и тахиметрическую. Гражданские обладатели хронографов пользоваться ими по назначению, понятно, не умели. Но стрелу ценили не столько за дополнительные возможности, сколько за высокую надежность и козырный внешний вид. Оперативники внимательно осмотрели место нападения, но не нашли ничего, кроме следов на земле. Один из преступников оттащил Сергея, когда тот был уже без сознания, в сторону. И оставил на снегу отпечатки. Четкие и очень большие. И какой размер? Один из преступников носил обувь 46-го размера. Да, ножка-то у громилы не маленькая. По словам Сергея, украденное пальто имело особую примету. Молодой человек купил его 2 недели назад, но уже успел зацепиться за гвоздь и надорвать ткань на рукаве, в районе правого локтя. Дырочку зашили, и на ее месте остался аккуратный шов. 3 днями ранее в этом же районе произошло похожее нападение. Пострадавший мужчина. Время преступления тоже около 11 вечера. Жертву оглушили ударом по голове, забрали только деньги. 2 рубля с мелочью, ничего другого у потерпевшего не оказалось. Предположили, что эти преступления могут быть совершены одной группой, поэтому вести оба дела поручили одному следователю. Валентин Толстых отслужил в органах 25 лет. Родился, вырос и всю жизнь проработал в Таганроге. Как он сам говорил, с перерывом на войну. Он прекрасно знал местный уголовный мир и имел собственную сеть информаторов. Толстых всегда был в курсе, где и у кого можно получить необходимые сведения. Войдите. Шестой размер? Интересно. В нескольких кварталах от места преступления обитал некий Андрей Березин, старый знакомый следователя. Его не раз ловили на квартирных кражах. И уже 2 раза за это он сидел. Но ему ничто не мешало переквалифицироваться на уличный разбой. Следователь вспомнил о нем потому, что Березин – парень был рослый, крепкий и вполне мог иметь 46-й размер ноги. Толстых знал, где нужно искать награбленные вещи. Он отправил опытных оперативников на местный стихийный рынок и поручил им пообщаться с Геной Синько, мелким спекулянтом и торговцем краденым. Гена давно сидел на крючке у Толстых. Он панически боялся тюрьмы и становился разговорчивым, едва сталкивался с опасностью получить срок. Нашли его быстро. Но и он вычислил в толпе оперов. Глаз у Гены был наметан. О, черт, вот и старушки в штатском! Гена спешно сложил в сумку весь свой небогатый ассортимент и ретировался быстрым шагом. Но уйти далеко ему не дали. Оперативники перехватили Гену на выходе с рынка. Однажды Толстых уже отправил Гену за решетку, за спекуляцию. И в случае необходимости, не задумываясь, сделал бы это еще раз. Хорошая шапочка, хоть и ношеная. А ведь где-то кто-то плачет по ней. Ничего подобного, это моя шапка. Ну, бывает так, начальник. Ну, скопилось в доме много вещей, ненужных мне. Ну, я вынес на базар продать, может, каким-то фраеркам и пригодится. Ну что, что тут, криминал есть? Пыжиковая шапка – один из символов брежневской эпохи. Признак респектабельности. Вожделенная мечта любого работяги, привыкшего греть уши мехом попроще. Например, кроличьим. Первые лица государства, принимая парады на Красной площади, стояли на балконе Мавзолея все как один в пыжиковых шапках. В народе тогда шутили.
На параде пыжики стоят, а кролики идут. На зимних Олимпийских играх 56 года спортивные функционеры одели в пыжиковые шапки всю спортивную делегацию Советского Союза. На ледяном поле спортсмены Советского Союза. Они впервые принимают участие в зимних Олимпийских играх. Поскольку сочли, что на летних играх советские спортсмены выглядели бедновато. После этого спрос на пыжиковые шапки вырос еще больше. Вот только купить такую вещь в магазине было невозможно. Колоссальный дефицит. Пыжиковую шапку можно было только достать по блату или купить с рук за бешеные деньги. Ген, а скажи мне, когда ты последний раз видел Березина? Помнишь такого? Здоровый, крепкий, высокий. Андрюхой зовут. Березина? Так вот сегодня утром на рынок заходил. Да ну? Да. И что он хотел? Как всегда, на комиссию барахло предлагал. Там ручки всякие, часы ручные. Какие часы? У Сергея Алферова бандиты отобрали наручные часы. Если бы сейчас они оказались у Гены Синько, преступление можно было бы считать раскрытым. Да я даже не смотрел. А почему? Потому что часы эти могут быть сняты, а я с ворованным дел не имею. Ну, я легко могу доказать обратное. Гена, не изли меня. Да не видел я эти часы. А с этим Березиным никто вообще связываться не хочет. Он же идиот. Вы понимаете, чем он занимается? Только криминал. Похоже, жизнь все-таки чему-то научила Гену. Да и вещи, которые при нем нашли, по ориентировкам не проходили. Гену Синько задержали до выяснения. Но, к удивлению сыщиков, истории у его пыжиковой шапки не было. Открытых дел, в которых бы подобная вещь числилась как украденная, не нашлось. Остальное было вообще какое-то барахло. Гену отпустили. Но беспокоили его, конечно же, не зря. Версия о причастности к нападениям местного квартирного вора Андрея Березина косвенно подтвердилась тем, что он предлагал наручные часы на продажу. Толстых решил бросить все силы на его поиски. Березина нашли в кафе «Василек». Он кутил. Был при деньгах и с дамой. Брать его на выходе из кафе не стали. Решили проследить, куда он отправится. Андрей Березин рассчитывал переночевать у своей знакомой. У нее была комната в коммуналке. Когда уже подходили, заметили, что за ними идут. Ускорили шаг, в комнату уже просто вбегали. Как же это были, а? Дружки твои бывшие, а? Почему мои, может, твои? Откройте, милиция! Твою мать! Чтобы сбежать, Березину пришлось бы прыгать с третьего этажа. На это ему духу не хватило. Сейчас открываю! Открываем дверь! Да, я открываю! Гражданин Березин, далеко собрались? Порежу! Волки позорные! Ах ты проститутка, пьяница! Притон устроила! Сколько можно? Будет тут всякие! Когда уже успокоится здесь? Хозяйку комнаты звали Машей. Обстановка в ее квартире говорила о том, что образ жизни Маша ведет неправедный. Это подтвердили и соседи. Мы так и знали, что этим все и закончится. Покоя нет. Ходит неизвестно кого. Страшно в подъезд зайти. Надо принимать меры какие-то. Пьянки постоянные. Ну, что ругаются постоянно. Пьянки да. Каждый а день. А это ты живет у нее все время. Это ужас. Надо что-то делать. Когда уже закончится? Ну, невозможно так жить больше. Руки. Шакал. О, часы. А ну покажи. Не стрела. Березин, ты где часы взял? Сорок четвертый. Похоже, осечка вышла. Березина покрутили.
И выяснилось, что он недавно совершил квартирную кражу. Улов там был небольшой, немного денег, кольцо и по мелочи. Ручные часы и пара перьевых ручек. Все эти вещи были описаны в уголовном деле соседнего райотдела. Но версия о его причастности к уличным нападениям не подтвердилась. К тому же в тот вечер, когда оперативники обыскивали комнату сожительницы Березина, а сам он лежал там же лицом в пол, в районе произошло очередное, уже третье по счету нападение. Постой, красавица! Куда спешишь? Помогите! Помогите кто-нибудь! Ты что, совсем озверел? Ты же ее убил! Так а вдруг опознает? Слушай, давай не скули, шевелись! Но в этот раз бандиты сработали не так чисто. Они не заметили свидетеля. С другого конца двора за происходящим наблюдал сосед Ольги Анатолий Варневский. Он работал таксистом и возвращался домой после вечерней смены. Анатолий побоялся вступиться за девушку и просто спрятался за деревом. А когда все закончилось, побежал звонить в милицию. В районе чугунолитейного завода произошло несколько дерзких ограблений. Преступники нападали на жертв в безлюдных местах и били по голове. На месте ограбления обнаружен след мужского сапога 46-го размера. Следствие ищет крупного мужчину и выходит на вора-домушника Андрея Березина. Однако задержание рецидивиста не остановило цепь ограблений. Когда Березин находился в камере, произошло еще одно разбойное нападение. На этот раз нашелся свидетель, который может пролить свет на личности грабителей. Ну, рассказывайте, как что было. Восстановить картину преступления сыщики смогли именно благодаря свидетелю. На месте преступления бандиты улик не оставили. Но за углом дома в кустах оперативники нашли обрезок водопроводной трубы. Позже экспертиза установит, что Ольгу ударили по голове, предположительно, этим предметом. Вот здесь. Угу. Наверное, думали, что убили. Вот и сбросили на всякий случай. Свидетель нападения Анатолий Варневский был уверен, что жертва хорошо рассмотрела лица нападавших, а значит, могла бы их опознать или хотя бы описать. Но поговорить с Ольгой у сыщиков возможности не было. С тяжелой черепно-мозговой травмой ее доставили в больницу. Девушка лежала в реанимации, в сознание не приходила. Прогнозы врачей были пессимистичными. Проходите, пожалуйста, ребят. Проходите, садитесь. Может, чай выпьете? Нет, спасибо. Раиса Семеновна, что украли у вашей дочери? А что взяли? Сумку, кошелек. Но денег там совсем мало было. Наборчик золотой забрали, конечно. Колечко рубиновое. Ой, сережки. Тоже с рубинчиком, тоже золотые. Свидетель говорил еще и о платке. Да, платок оренбургский, беленький, пушистенький такой. Так и к лицу был. Валентин Толстых не мог не обратить внимания на то, что все три нападения совершены очень кучно. В микрорайон решили направить дополнительные патрули. Наряды милиции и народные дружинники патрулировали улицы, не оставляя без внимания ни одну подозрительную компанию. Но усиленное патрулирование результатов не дало. Впрочем, новых нападений тоже не было. Казалось, спокойствие возвращается. Но через несколько дней пришло новое страшное известие. В общежитии чугунолитейного завода произошло убийство. Общежития для рабочих в советские времена традиционно считались местами небезопасными. Конечно, тяжкие преступления случались там не так уж и часто, но проходя мимо, остаться без денег или часов, как тогда говорили, нарваться на гоп-стоп, в таких местах было запросто. Аббревиатура ГОП появилась в конце 19 века. В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте открыли приют для беспризорников и нарекли это заведение государственным обществом призора.
После революции 17 года это здание отдали рабочим, у которых не было собственного жилья, и назвали его городским общежитием пролетариата. Аббревиатура ГОП сохранилась. Обитателей общежития в народе стали называть гопниками. Они имели тесную связь с криминальным миром, из-за чего слово «гопник» очень скоро стало синонимом слова «хулиган». Молодой инженер Юрий Жорин вернулся из отпуска, но не смог попасть в свою комнату. Дверь была заперта изнутри. Ключ торчал с внутренней стороны замочной скважины. Из-за этого открыть дверь снаружи было невозможно. Вань! Юрий позвал коменданта общежития, чтобы тот разрешил взломать дверь. Когда жилец и комендант наконец попали в комнату, то увидели на полу человека. Юрий не сразу узнал своего соседа Ивана Панченко. Его лицо было сильно изуродовано и покрыто запекшейся кровью. Жив? Готов. Валентин Толстых узнал о происшествии в заводском общежитии через час после того, как обнаружили тело. Общежитие находилось в самом центре условного треугольника, образованного тремя предыдущими преступлениями. Следователь чувствовал, убийство может быть связано с теми ограблениями, которые он расследовал. Когда Толстых приехал в общежитие, тело убитого уже увезли. Согласно предварительному заключению судмедэксперта, с момента смерти прошло около 40 часов. Ориентировочное время убийства – вечер 9 декабря, суббота. Орудием убийства, скорее всего, послужил кастет. Ивана Панченко просто забили до смерти. В комнате царил беспорядок, вещи разбросаны, на столе объедки, в углу груда пустых бутылок открепленного вина. На подоконнике следы от ботинок и комочки грязи. Окно не закрыто на щеколду, а лишь прикрыто. Следователь распахнул створки и выглянул наружу. Место пустынное, непроходное, но на земле под окном он увидел множество следов. Следы отпечатались и на подоконнике. Понятно. Разберемся. Отпечатки обуви внимательно изучили. Стало понятно, кто-то проник в здание через окно, а потом тем же путем выбрался наружу. Следы принадлежали двум людям – 42-м и 46-м размерами ноги. Ну вот оно, я так и знал. Давно оставили? Судя по всему, не сегодня, а может даже не вчера. Так это получается в субботу, тогда, когда убили Ивана Панченко. Сделайте, пожалуйста, слепок, пока не затоптали. Большие следы были примечательны не только размером. Толстых обратил внимание на то, что передняя часть следа гладкая, а каблук словно от другой пары, рифленой. Судя по всему, между Панченко и его гостями произошла пьяная драка, а это дело шумно. Соседи должны были что-то слышать, но все только пожимали плечами и уверяли, что в тот момент как раз не было дома. Так кто же в субботу вечером вообще сидеть станет? Кто в кино, кто домой? Николай жил в соседней комнате. По его словам, он уезжал на выходные в село к родителям. Толстых слушал рассказ, а сам внимательно рассматривал драповое пальто собеседника. Очень оно было похоже на пальто Сергея Алферова, второй жертвы грабителей. А ну разрешите ко мне, я ваше пальтишко посмотрю. Ваше пальтишко? Это не мое пальто. А чье? Никиты. Мы вместе в одной комнате живем. По словам Николая, его сосед Никита Баланин несколько дней назад купил это пальто. У кого купил? Да, собственно, у Вани купил. Это у какого у Вани? Того, которого убили, у Панченко? Ну да. По словам Николая, пальто Ивану Панченко родственники в посылке прислали, но размер не подошел. Вот он и скинул товарищу по дешевке. А что, Никита сильно дружил с убитым? Да, они дружили. Чуть ли не каждый вечер вдвоем пропадали. И где сейчас Никита? Где-то у вас.
Выяснилось, что Никита попал в переплет. В субботу поздно вечером устроил пьяный дебош прямо на улице. Теперь сидел в отделении милиции, надеясь, что наказание ограничится 15 сутками. Лопатой помашет где-нибудь на разгрузке и выйдет. Ну что, ребята, берите пальто в вещдоки. Шкаф у Николая и Никиты был общий. Гардероб, собственно, тоже. Так что, зная, что новое пальто в ближайшее время Никите не понадобится, Николай носил его сам. И был очень расстроен, когда оперативники забрали пальто. Толстых проверил информацию на Никиту Баланина и узнал, что в прошлом он уже имел проблемы с законом. 5 лет назад, в 20-летнем возрасте, Никита чуть не сел за грабеж, но отделался 2 годами условно. У сыщиков было достаточно оснований считать, что Баланин снова ступил на кривую дорожку. Он мог быть причастен к разбойным нападениям и к убийству самого Панченко. Да. Здрасте. Ну, да ты совсем плох. Так скажи мне, все-таки откуда у тебя то пальтишко? Так это, Ванька не подошло, а мне вообще в самый раз прям. Да, повезло тебе. Да. А Ване не повезло, его убили. А вот о том, что Ивана уже нет в живых, Баланин, похоже, не знал. Впервые услышал от следователя. Как убили? Кто? А ты гулял у него в комнате в субботу вечером? Пьянствовали вместе? Нет, нет. Я даже туда не зашел. Я хотел туда попасть, но меня не пустили. Никита рассказал, что около 2 недель назад Иван завел каких-то новых друзей. Через коменданта они ходить к нему в гости не решались, поэтому влезали через окно. Наверняка комендант это знал, но связываться не хотел. Эти двое заявились к Панченко и в субботу. Баланин не видел их, но голоса слышал. Гостей было 2. Одного звали Игорем. Ко второму обращались по прозвищу «Жмых». Игорь почему-то называл хозяина комнаты братишкой, хотя братьев, насколько знал Никита, у Ивана не было. Баланин и сам был не против выпить с новыми друзьями Панченко, но дверь ему не открыли. Он обиделся и ушел искать приключений самостоятельно. По словам Никиты, он нашел то, что искал, в дешевой наливайке за углом. Чем закончился этот поход, он не помнил, а проснулся уже в вытрезвителе. В кафе, о котором говорил Никита, подтвердили, что он провел там весь вечер. Просидел до самого закрытия. А как вышел на улицу, начал буянить. Минут через 15 уже похрапывал в милицейской будке, которая довольно быстро подъехала. В деле об убийстве Ивана Панченко Баланин перебрался из подозреваемых в свидетели. Еще раз изучив его показания, Толстых увидел, что получил от Никиты ценную подсказку. Прозвище «Жмых» казалось следователю очень знакомым. Просмотрев кое-какие давние дела, Толстых вспомнил этого человека. Звали его Кирилл Буйнов. 4 года назад он попался на разбойном нападении. Буйнов приставил нож к горлу таксиста, но таксист оказался не робкого десятка. Он выскочил из салона, вытащил Буйнова из машины за шкирки и отделал его так, что потом чуть и сам не сел в тюрьму за превышение необходимых мер самообороны. Буйнов за ту выходку свое отсидел и уже 3 месяца находился на свободе. Прозвище «Жмых» он получил за слишком сухое телосложение, желтоватый цвет кожи и постоянный туберкулезный кашель. В районе чугунолитейного завода произошло несколько дерзких ограблений. Преступники нападали на жертв в безлюдном месте и били по голове. С одного пострадавшего грабители сняли пальто со штопанным рукавом. Позже эту вещь нашли на жильце рабочего общежития. Мужчина утверждает, что пальто ему подарил сосед, Иван Панченко. Однако подтвердить это Панченко уже не может. Его обнаружили убитым в этом же общежитии. В поисках убийцы следователи выходят на рецидивиста по кличке Жмых.
После отсидки Буйнов вернулся домой, в небольшую квартирку на окраине Таганрога, где он жил с родителями. Сыщики, разумеется, сразу же отправились к нему, но дома его не застали. Дверь открыла мать Буйнова, Лариса Сергеевна. По ее словам, сына она не видела уже месяц. Нет, не видела. Давно его уже нет здесь. Он ничего не сказал. Собрался и ушел. Обещал писать, пока не строчки. Ну, мы у вас тут осмотримся. Да, пожалуйста. Оперативники осмотрели комнату Буйнова. В его шкафу лежали несколько писем, которые он получил еще в колонии. Письма были личного характера. Писала их некая Оксана Овечкина. На конверте был указан обратный адрес. Чуть позже выяснилось, что на позапрошлой неделе в районе, где жила Овечкина, произошло несколько разбойных нападений по почерку, очень похожие на те, которые расследовал Валентин Толстых. Сыщики, похоже, нащупали ниточку. На Оксану Овечкину сыщики вышли на следующий день. Женщина работала уборщицей в продуктовом магазине. На половину ставки. И иногда приторговывала на рынке ношенными вещами. Собственно, за этим занятием ее и застали оперативники. И сразу обратили внимание на платок, который лежал среди прочих вещей, выставленных на продажу. Это был платок Ольги Сергеевой. Подходи, красавица, недорого уступлю. Смотри, пуховой, оренбургский. Оперативники решили не трогать Овечкину. Им было важно знать, куда она понесет выторг. Они не вмешались даже тогда, когда на платок Ольги Сергеевой нашелся покупатель. Носи на здоровье. За пятерку. Разумеется, на выходе с рынка женщину, которая купила платок, пришлось остановить. И ей объяснили, что эта вещь, возможно, является вещдоком в уголовном деле. За Овечкиной установили слежку. Распродав на рынке вещи, женщина отправилась домой. По пути зашла в магазин, где купила пару бутылок дешевого вина. Оперативник обратил внимание, что в ее окнах горел свет. В квартире женщину ждали. Милиция, только давайте без скандалов. Кирюша, мусора! На пол! Лицо вниз, руки за спину. Не стреляй. Квартиру обыскали. В шкафу обнаружили тайник, а в нем золотые украшения. Среди них были сережки Ольги Сергеевой и часы-стрела Сергея Алферова. Сбыть их бандиты еще не успели. Ну что, Буйнов, попался? И где твой дружбан? Какой еще дружбан? А вот ты мне расскажи, кто с вами третий был? Не понимаю, о чем речь вообще. Понимает. Слышь, Буйнов, а не великовата ли на тебя рубашечка? Таких, как ты, в нее троих завернуть можно. Буйнов ничего не сказал, лишь презрительно скривился. Но сыщик не ждал ответа. Он его уже знал. Еще один член банды тоже залег здесь на дно. Буйнова и Овечкину отправили в отделение. А под домом осталась дежурить группа оперативников. Следователь надеялся, что рано или поздно третий налетчик появится в квартире Овечкиной, ведь там остались его пожитки и украденные украшения. Но, увы, он не пришел на квартиру ни ночью, ни на следующий день. Тем временем Юрий Жорин, тот самый сосед убитого Ивана Панченко, нашел вещицу, которая позволила сделать предположение по поводу мотива убийства. А ничего больше не нашли? Не, больше ничего. Так это ж колечко, снятое с Ольги Сергеевой. Так это получается, что Панченко потихонечку крысятничал.
Буйнов молчал как рыба и подельника упрямо не сдавал. Так что следователь решил искать новые зацепки. По словам свидетеля, третий член банды назвал убитого Ивана Панченко «братишкой». Родных братьев у Панченко не было. Но Толстых решил разузнать, как у него обстояли дела с братьями двоюродными. И, наконец-то, попал в точку. Двоюродных братьев у Панченко было несколько. Один из них – Игорь Склиренко. Месяц назад вышел из колонии, где отбывал срок за разбой. Это был крупный парень под 1,90 м ростом. Размер ноги в деле не указывался, но следователю и без этого было очевидно, что Склиренко – именно тот, кого он ищет. К тому же вскоре Толстых получил подтверждение своей версии. Ольга, я покажу вам фотографии, а вы попробуйте кого-нибудь опознать. Хорошо. В больнице пришла в себя Ольга Сергеева, жертва третьего нападения. Она действительно видела лица бандитов. Оперативник показал ей фотографии Панченко, Склиренко и Буйнова. Ее ответ прозвучал не очень уверенно, но Склиренко она опознала. Да, это он. Насчет того второго я точно не уверена, а этого высокого я сразу узнала. Я его хорошо запомнила. Бил этот. Следователь узнал имя последнего члена банды, но где его искать, Толстых не имел ни малейшего понятия. Скорее всего, Скляренко покинул город. И теперь мог быть где угодно. Его объявили в розыск и принялись ждать. Ничего другого не оставалось. Склиренко подвел его рост. Такую особую примету не скроешь. Через 3 дня бандит объявился в Ростове. У автостанции его остановил наряд милиции для проверки документов. Ваши документы. Склиренко легко разбросал 2 патрульных и попытался бежать. Пришлось открыть огонь из табельного оружия. 2 пули попали в цель, в ногу и в плечо. Один из милиционеров заметил, что, убегая, бандит выбросил в палисадник какой-то предмет. Место осмотрели и нашли тяжелый литой кастет. Позже эксперты найдут на нем отпечатки пальцев Склиренко и установят, что Ивана Панченко убили именно этим предметом. Когда Склиренко задержали, на ногах у него были сапоги 46-го размера. Пара была не новой и уже прилично поношенной. Каблук стерся, и хозяин его обновил. Установил на зиму, чтобы не скользить на льду, рифленые набойки. Подошвы сапог Склиренко полностью совпали со слепками следов, обнаруженных под окнами убитого Ивана Панченко. Войдите. Следственной группе удалось доказать причастность Склиренко к нападению на Сергея Алферова и Ольгу Сергееву. В деле об убийстве Ивана Панченко улик против Склиренко также было больше, чем достаточно. Панченко вдвоем убивали? Жмых тут вообще не при делах. Сидел просто, глаза выкатил. А Панченко? Кто такой Панченко? Крысой оказался. У своих воровал. Такое прощать нельзя. Украшение с Ольги Сергеевой снимал Панченко. Он был уверен, что снять с пальца колечко ему удалось незаметно. Панченко спрятал вещицу у себя в комнате. Наливай. А я-то видел, как ты колечко взял. Ты о чем, братишка? Что ж ты, братишка, в своих воруешь, а? Колечко? Какое колечко? Не было там никакого колечка. Тебе приснилось что-то? Приснилось, говоришь? Сюда иди. Склиренко убил двоюродного брата, но угрызений совести не чувствовал. По воровским понятиям, Панченко был крысой. Уведите.
Кирилл Буйнов, столкнувшись с перспективой пройти по делу в качестве соучастника убийства, согласился дать показания против Скляренко, благодаря чему отделался 12 годами лишения свободы. Для Игоря Скляренко суд избрал исключительную меру наказания – расстрел. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Вообще ничего не знаю. А кто вам звонил? Понятно. Ложный вызов. Да подожди ты пока. В 21 час 10 минут на телефон 02 Управления внутренних дел Ярославской области позвонил мужчина и сообщил об ограблении кассы автомеханического техникума, расположенного по адресу улица Автозаводская, 1А. Звонивший не представился, звонок длился 10 секунд. С короткой фразы из милицейского протокола началась эта трагическая история, наполненная неожиданными поворотами и роковыми случайностями. А у кого находятся ключи? Ну, у кассира нашего, Макурина Андрея Александровича. Придется его потревожить. Найдите его телефончик, а заодно и вашего бухгалтера. Несмотря на то, что время было уже позднее, все должны по домам сидеть. Телефон кассира Макурина не отвечал. Так, найдите ко мне номер вашего главного бухгалтера. Алло, здравствуйте. А можно, пожалуйста, Эдуарда Михайловича? Трубку подняла его жена и сообщила, что того нет дома. Он еще на работе, на профсоюзном собрании. Ага, спасибо. Хорошего вам вечера. А где собрание? Так собрание давно закончилось. Все разбежались, сегодня ж пятница. Я один тут. Пожилой вахтер рассказал, что обсуждение профсоюзных проблем руководство техникума всегда планировало на день выдачи зарплат. В пятницу вечером люди хотели получить свои деньги, и поэтому никто не расходился. Все стойко отсиживали в актовом зале положенный час под убаюкивающее бормотание докладчика о повышении ответственности и поднятии эффективности. Но в этот вечер всех ожидало разочарование. Секретарь собрания сообщил, что кассиру неожиданно стало плохо, и он был вынужден уйти домой. Получение заветной, как тогда говорили, получки откладывалось до понедельника. Здесь? Здесь. Есть кто? Да. Так я его раньше знал. Андрей Александрович. Нормальный мужик такой. Был. Степенный такой, отзывчивый. Ну и дела. Thank you.
15-й? Старший лейтенант Зорин. Да, по поводу ограбления. У нас труп. Ждем. Андрей Александрович Макурин, 63 года, вдовец, жил вместе со взрослым сыном. Фронтовик, имел орден Красной Звезды и несколько медалей. Награжден именным оружием. Войну закончил в чине майора, но в армии не остался. Получил экономическое образование и до пенсии дорабатывал кассиром в техникуме. Расследовать это дело поручили майору милиции Чернышовой. В то время женщины редко занимали должность старшего следователя. Но Анастасии Сергеевне удалось завоевать репутацию вдумчивого и даже, можно сказать, удачливого следователя. Что думаешь? Анастасия Сергеевна, думаю, самоубийство. Макурину за боевые заслуги перед Родиной. Выстрел один, гильзы где надо. Входная дверь чистая. Никаких следов преступления или ограбления нет. На столе деньги 3000 рублей. В кармане пиджака нашли ключ. Похож на ключ от сейфа. Сумма приличная, а сейф в бухгалтерии, значит, не вскрыт. Интересно. Вот что, Руслан, бери ключ, дуй за бухгалтером. Откройте, наконец, этот сейф. Есть. А убитый у нас, похоже, был любителем старины. С войны Макурин привез несколько старинных икон. После штурма немецкого города-крепости Бреслау в доме, который пострадал от взрыва, Андрей Макурин обнаружил тайник. В нем было несколько православных икон. Наверняка их привез из России какой-нибудь немецкий солдат. Эти иконы и стали началом большой коллекции Макурина. Все отпуска и выходные он проводил в разъездах по глухим селам Украины, Белоруссии и России, где скупал старинные иконы. В 1963 году Макурин даже приобрел автомобиль «Москвич-407», чтобы значительно упростить проведение этих экспедиций. Благодаря своей коллекции Андрей Александрович стал известен в кругах собирателей старины. Он даже консультировал один из местных музеев. Рынок древних икон существовал в России еще до прихода советской власти. Это был процветающий и не всегда честный бизнес, которым занимались так называемые афени – продавцы икон. Мошенники доплачивали реставраторам, которые умели добавить к возрасту раритета пару столетий и умудрялись обманывать даже очень опытных коллекционеров. После революции внутренний рынок икон рухнул. Новая власть вагонами вывозила церковные драгоценности для продажи за рубеж, торгуя древними иконами буквально на вес. Была даже создана специальная государственная компания «Антиквариат», которая занималась массовой распродажей вплоть до начала Второй мировой войны. Никто точно не знает, сколько произведений древнего церковного искусства было тогда продано, но считается, что современный западный рынок старых икон на 60% состоит из древностей, вывезенных из России в 20-30-е годы. Он часто задерживается. Вы присаживайтесь, пожалуйста, я вас хоть чаем напою. Главный бухгалтер техникума Шварц пришел домой, когда на часах было уже половина двенадцатого. Он был явно в хорошем настроении и, похоже, привет, под небольшим градусом. Привет. Тебя тут ждут. У вас там в техникуме что-то случилось. Шварц Эдуард Михайлович, 53 года. Главным бухгалтером автомеханического техникума трудился уже более 10 лет, ярко ломая в коллективе стереотипы, сложившиеся о людях его профессии. Он постоянно был инициатором всевозможных торжеств и посиделок, где всегда отводил себе ведущие роли. Шварц нравился женщинам и умудрялся не враждовать с мужчинами. Работавший вместе с ним Макурин, казалось, был его полной противоположностью, но это не мешало главному бухгалтеру и кассиру сохранять теплые, даже дружеские отношения.
пустые, а денег нет. Тут должно было быть 9263 рубля и 43 копейки. А где Андрей Александрович? Он мертв. Эдуард Михайлович, вас же не было на собрании, да? Где вы были? Это может остаться между нами. От этого зависит репутация очень порядочной женщины. Бухгалтер Шварц признался оперативникам, что тот вечер он провел вместе с преподавателем английского из их же техникума Светланой Науменко. Любовники, естественно, держали свои отношения в тайне. Эдуард Михайлович, так будет получка? Да, конечно. Андрей Александрович выдаст сразу после собрания. Позже Светлана подтвердила, что Шварц действительно провел у нее дома весь вечер, почти до 11 часов. Девять тысяч. Прилично. И оба ключа на месте. Вези его в управление, пусть он все подробно напишет. Сергей Данилович, а что это у нас за окурок? Не знаю, я на полу еще не смотрел. Стюардесса. А что курил убитый? В кармане у него была пачка орбит. А кто же тогда тут курил стюардессу? В начале 20 века в России любителей затянуться папиросой было не так уж и много. Массово страна закурила после Первой мировой войны, от низов до элиты. Но о сигаретах с фильтром советские люди узнали только во время Второй мировой. Собственные сигареты с фильтром в СССР появились только в 1966 году. Они назывались «Ява». Делали их на одноименном заводе в Москве. Через 9 лет Советский Союз вошел в тройку лидеров по производству табачных изделий в мире, пропустив вперед только США и Китай. В стране производилось более 360 миллиардов сигарет в год. Справившись с количеством, советская промышленность так и не смогла обеспечить достаточное качество отечественных сигарет. Поэтому появившиеся в начале 70-х годов более качественные болгарские марки «Стюардесса», «Опал», «Радопи», «Солнце», «БТ» уверенно завоевали легкие советского человека. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Сосед кассира Алексей Егорович Мартынов рассказал, что с работы он вернулся, когда в доме уже была милиция. Поэтому о том, что здесь происходило, он ничего рассказать не может. С ним в квартире еще живет старенькая мать, но у нее очень плохо со слухом, и она вряд ли могла слышать выстрел. О погибшем сосед отзывался очень хорошо. Это нормальный мужик был, иконы собирал. Правда, с этими своими святыми сына проморгал. Как мама умерла, Владик вообще шалопаем стал. Главной проблемой в жизни Андрея Макурина был его непутевый сын. Владиславу было 26 лет, но нормальной профессии он так и не получил. За 5 лет после армии он успел сменить 6 мест работы и получить судимость. Вместе с другом обокрал продуктовый магазин. И только благодаря тому, что у Макурина был знакомый адвокат, Владислав получил условный срок. После суда, чтобы хоть как-то контролировать сына, отец устроил его к себе в техникум на должность электрика. Уже почти 2 часа ночи, а Владислава дома пока нет.
Вы случайно не знаете, где он может быть? Да, наверное, отцовскую машину взял по городу, где-то с пацанами катается. Ключи от машины или документы на машину в квартире находили? А вы не знаете, где Макурин держит свою машину? Да, здесь гаражный кооператив. Оказалось, что Макурин ставил свой «Москвич» в кооперативный гараж в паре кварталов от дома. Сторож сообщил, что сын Макурина выехал на отцовской машине со стоянки около 7 часов вечера и еще не возвращался. В салоне парень был один. Чернышова передала ориентировку на этот автомобиль в ГАИ. Машина нашлась к середине следующего дня. За рулем макуринского «Москвича» сидел его сын. Он направлялся из Москвы в сторону Ярославля. Его сразу же доставили к следователю Чернышовой. Сержант Корнев, ваши документы. Прошу. Макурин Владислав Андреевич. Из бухгалтерии автомеханического техникума украдена месячная зарплата сотрудников. Кассир Макурин, который должен был выдавать зарплату, найден мертвым в собственной квартире. Рядом с телом обнаружены 3000 рублей. Выяснилось, что Макурин был страстным коллекционером икон. В причастности к смерти кассира подозревают его непутевого сына. Ранее судимый Владислав Макурин исчез. Последний раз его видели, когда он садился в автомобиль отца. Задержать сына удалось только на следующий день. Он почему-то возвращался в Ярославль из Москвы. Новости о том, что отец погиб и ограблена касса, явно шокировали Владислава. Когда вы последний раз видели своего отца? В техникуме перед собранием. Я попросил у него машину, но он сказал, потом поговорим, после собрания. Макурин-старший был в хорошем настроении и выглядел нормально. Сам же Владислав с собрания сбежал, никому ничего не сказав. Дело в том, что неделю назад он познакомился с девушкой, Мариной. Она предложила прокатиться на его машине в Москву. Она говорила, мол, приедем к вечеру, переночуем у друзей моих. В субботу поколесим по столице, а на ночь вернемся обратно. Парочка приехала в Москву, когда было уже темно. Марина показала улицу и дом, в котором жили ее друзья. Они остановились у подъезда, и девушка попросила подождать ее в машине, а сама зашла в дом. Владислав просидел минут 30, а Марина все не возвращалась. Он начал волноваться. Закрыл машину и зашел в подъезд. Подъезд оказался проходным с выходом на параллельную улицу. Ни на одном из 5 этажей Владислав девушку не нашел. Он еще долго ходил по этажам, прислушиваясь у дверей квартир, в надежде услышать Маринин голос. Но все безрезультатно. Влад поймал себя на мысли, что девушка могла от него сбежать. Но он не понимал, почему. В машине было очень холодно, и поэтому Владислав провел ночь в подъезде, в надежде, что Марина все-таки вернется. Утром он решил отправиться домой. Чернышова попросила Владислава вспомнить фамилию и ярославский адрес его таинственной Марины. Но оказалось, что сын кассира не знал ни того, ни другого. По его словам, они познакомились всего неделю назад в техникуме. Я как раз на работе был, чинил люстру. А, извините, пожалуйста. Да. А я могу воспользоваться вашим телефоном? Мне просто очень срочно нужно позвонить, я ищу свою подругу. Да, сейчас, секунду. Пойдемте. Ну, спасибо большое. Через день они снова встретились. Пошли в кино, потом гуляли в парке. Марина сама звонила Владиславу на его домашний номер. У нее дома, как она утверждала, телефона не было. Судя по всему, Марину никто, кроме самого Владислава Макурина, не видел. Также никто не мог подтвердить его слова о поездке в тот вечер в Москву. Сам же сын кассира категорически отрицал, что имеет какое-нибудь отношение к смерти отца и пропаже денег из сейфа техникума. У Чернышовой появились первые результаты экспертиз. Исходя из характера ранения и следов пороха на руке погибшего, патологоанатом предположил, что Макурин выстрелил в себя сам из своего наградного пистолета.
Сейф бухгалтерии открывали ключом, который был найден в кармане кассира. А на новеньких деньгах, которые лежали возле тела, были отпечатки пальцев погибшего. Непонятным оставалось появление на полу в квартире кассира окурка сигареты стюардесса. После проведенной цитологической экспертизы определили, слюна на нем не принадлежала ни старшему Макурину, ни его сыну. Да, входите. Входите, пожалуйста. Никита Михайлович, давайте мы с вами вспомним день, когда проходило собрание. Кто выходил, кто ходил, кто за кем? Собрание, значит, на 6 назначили. Сразу первыми пошли бегуны. Это я их так называю. Угу. Первым сбежал бухгалтер, небось, денежку уже получил. Потом англичанка упорхнула, электрик Влад. Видать, тоже с зарплатой. И минут через 15 Макурин с юристом нашим вышли. Кассир такой бледный был, ну, еле шел. А тот его под руку держал. Угу. Дмитрий Николаевич Осипов, 48 лет. Работал юрисконсультом в автомеханическом техникуме по совместительству. Годом ранее в качестве адвоката защищал в суде Владислава Макурина и добился мягкого приговора. За это Макурин-старший был очень благодарен Осипову. У них даже сложились дружеские отношения. Собрание уже началось, а мне позарез нужно было уйти. Я подсел к Макурину и попросил выдать мне зарплату раньше. А он говорит, мол, я сейчас уйду, а ты через 2 минуты за мной. Андрей Александрович, дорогой, что такое? Дмитрий Осипов рассказал, что Макурину в бухгалтерии стало плохо. Осипов сразу хотел вызвать скорую помощь, но кассир его остановил. Сказал, что сегодня он зарплату все равно выдавать не сможет, и ему срочно нужно попасть домой. Осипов предложил его провести, но Макурин наотрез отказался. Больше, по словам Осипова, он кассира не видел. Вот. А что, сына нашли? Деньги при нем? С чего вы решили, что это сын Макурина обокрал кассу? Ну... Говорят разное, а если это сделал он, то сидеть ему долго. Ну вы же юрист, а верите всяким слухам. Прошу, ваш пропуск. До свидания. Всего хорошего, до свидания. Анастасия Сергеевна, там к вам человек просится, говорит, что по макуринскому делу. Пусть войдет, а ты, пожалуйста, отнеси это экспертам. Сдается мне, что пальчики на этом окурке и пальчики на стюардессе, которые из квартиры кассира, идентичны. Прошите. Добрый день. Здравствуйте. Большунов Максим Игнатович. Пожалуйста, проходите. Я старый знакомый Макурина Андрея Александровича. Угу. Тоже увлекаюсь коллекционированием. Большунов рассказал, что неделю назад принес Макурину одну из своих икон. Макурин тогда обещал, что попробует установить ее возраст. Это была небольшая деревянная икона Божьей Матери. Почти вся черная, с еле различимым рисунком, размером 15 на 20 сантиметров. Большунов даже принес с собой подробный набросок изображения на иконе. Эта икона мне дорога как память. Она досталась от моей прабабушки, и я требую ее возвращения. К немалому удивлению следователя Чернышовой на следующий день к ней явился еще один старый знакомый Макурина. Он тоже спрашивал о черной иконе Божьей Матери. Только ему она была дорога уже как память о его прадеде. Новый посетитель рисунков не приносил, но очень подробно описал икону. Сомнений не оставалось. Погибший кассир обладал раритетным произведением церковного искусства.
Из бухгалтерии автомеханического техникума украдена месячная зарплата сотрудников. Кассир Макурин, который должен был выдавать зарплату, найден мертвым в собственной квартире. Рядом с телом обнаружены 3000 рублей. Сын Макурина утверждает, что ничего не знал об убийстве. Он уехал в Москву вместе с знакомой девушкой на машине отца. В столице девушка исчезла. Ни адреса, ни телефона новой знакомой парень не знал. Причиной убийства могла стать старинная икона, хозяином которой объявили себя несколько человек. Чтобы выяснить правду, следователь решила пойти на хитрость. Я так понимаю, иконы нет. Максим Игнатович, я уже не маленькая девочка, которую можно так легко обмануть. Давайте так. Вы мне рассказываете все об этой иконе. А я вас не буду привлекать за попытку обмануть следствие. Угу. Ну как я могу отказать такой женщине? Год назад Макурину неслыханно повезло. В маленькой деревушке со странным названием Халуй у местного пьяницы он купил небольшую деревянную икону. Она обошлась кассиру совсем недорого – 5 рублей. Но по его собственной оценке могла бы стоить 1020-30. Макурин был очень горд своей находкой и считал ее самой древней иконой из тех, что он видел у частных коллекционеров. Сам он ее датировал 15 веком. Макурин не удержался и показал икону нескольким знакомым. Андрей так гордился, что последний год только о ней и говорил. Дима один раз в нему даже покупатель из Эстонии привозил. Андрей хвастался, что ему 50 тысяч предлагали, а он не продал. А что за Дима? Ну, Дима Осипов. Он у Влада адвокатом был. А где отец хранил эту икону? Отец хранил эту чертову икону у себя в комнате, за шкафом. Приклеил пакет на заднюю стенку. Нужно встать на стол и переклониться через верх, тогда можно достать ее рукой. А почему чертову? Да потому что он только про нее и думал. Зациклился он на ней. Я, Анастасия Сергеевна, о другом хотел поговорить. Я вспомнил человека, который видел Марину. Мы в кино столкнулись с Генкой Баблюком. Надеюсь, он ее не забыл. Анастасия Сергеевна, пусто. Ну что, Руслан, как думаешь, 9 тысяч меньше, чем 50? Да, немного все запуталось. Если Макурин сам себя застрелил, то что его толкнуло на это? Пропажа денег? Подозрение, что это сын их украл? Или, может, пропажа иконы? А если не сам? Если не сам, то нам с тобой надо начинать все сначала. Кстати, что с окурком? А, вы были правы. Окурок, найденный в этой квартире, оставил этот юрист Осипов. Вот только в тот ли день? Поворот в деле случился неожиданно. Поздним вечером в дежурную часть одного из опорных пунктов ярославской милиции явилась пенсионерка. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищ милиционер. Она требовала проверить ее нового соседа. Мужчину 40-45 лет, который недавно поселился на ее лестничной площадке. В начале 70-х годов руководство страны все чаще ставило задачу предупреждения правонарушений. В июле 1973 года коллегия Министерства внутренних дел одобрила практику создания на базе ЖЭКов так называемых опорных пунктов милиции как центров воспитательной и профилактической работы в каждом микрорайоне. В таком опорном пункте работали участковые, штаб народной дружины, товарищеский суд, домовой комитет, детская комната милиции. Опорные пункты, как новая форма взаимодействия милиции с общественностью, широко распространились по всей стране. А зачем проверять? Это квартира Букучаев. Они на север завербовались год назад, а квартиру сдают. А этот появился месяц назад.
Бдительная пенсионерка сообщила, что соседа она всегда видела с усами. Но как-то поздно вечером столкнулась с ним, когда он выносил мусор. К удивлению старушки, новый жилец оказался гладко выбритым. Ну, бабуль, ну, мужик побрился, ну что с того? Так на следующее утро он опять с усами был. Ладно, бабуль. Взгляните. Может, тут вы вашего соседа найдете. Так вот он. Только лысый. Бабуль, подождите, вы уверены? Да он это. Это ж Карым. Беглый, рецидивист. Ну, вы, бабуль, даете. Карым. Настоящее имя Карымов Семен Матвеевич. 47 лет, трижды судим. За 3 месяца до описываемых событий бежал из колонии и был объявлен во всесоюзный розыск. Взяли Карыма рано утром на улице, когда он вышел из местного почтового отделения. Там он пытался отправить бандероль в Таллин на имя некого Мадиса Сапбинина. В посылке была старинная деревянная икона Божьей Матери, уже хорошо известная следователям, раритет из Макуринской коллекции. При обыске в квартире, где жил Карымов, были найдены деньги – больше 5000. Но об их происхождении он говорить наотрез отказался. Не захотел Карымов ничего рассказывать и про икону. А это? Впервые вижу. Хорошо. Скажи, Карым, ты знаком с Осиповым Дмитрием Николаевичем? Он тебя на последнем суде защищал. И чё? Когда ты его увидел? На суде. Лет 5 назад. Он еще извинялся, что мне 10-ку впаяли. Падла. Это нашли у тебя в квартире. Сверху 2 окурка стюардессы. Любимые сигареты Осипова. Короче, хозяйка, я устал базарить. Вообще. Геннадий? Да? Я по делу Влада Макурина. Мы разыскиваем одну девушку. Влад сказал, что вы можете ее вспомнить. 10 дней назад вы видели их в кино. Помню, помню. Симпотная такая девка. Пропала, значит? Угу. Слушайте, я знаю, кто ее может знать. Она тогда в новых джинсах Техас была. Я вам скажу, в нашей дыре есть только 1 человек, кто их может продать. Давайте так, я вам девку найду, а вы про продавца ничего спрашивать не будете. Хорошо. Марина призналась, что знает Осипова уже больше 5 лет. К нему обращалась ее мать, когда Марину хотели отправить в колонию для несовершеннолетних. И вот 2 недели назад Осипов снова объявился и предложил Марине заработать 200 рублей. Нужно было всего лишь познакомиться с одним парнем, пару раз сходить с ним в кино и уговорить проехаться в Москву, где от него сбежать. Деньги сразу отдал. На них я те джинсы и купила. Все линии этого расследования сходились в одну точку. И этим центром был Осипов Дмитрий Николаевич, юрист автомеханического техникума и хороший знакомый погибшего кассира. Когда Осипова арестовали, Чернышовой пришлось с ним повозиться, чтобы заставить его давать показания. Ведь знавший уголовную кухню изнутри, Дмитрий Николаевич считал, что сможет выйти сухим из воды. Осипов! Хватит отпираться! Возле тела Макурина нашли ваш окурок! Это еще нужно доказать! Уже доказали. Прошу. На месте преступления нашли сигареты той же марки, которую курите и вы. А на окурке отпечаток вашего пальца. Я часто бывал в доме Макурина. И бычок, окурок мог лежать там давно.
Следователь разъяснила Осипову, что окурок – не единственная улика. На пиджаке, изъятом у Осипова во время обыска, эксперты обнаружили небольшое пятно крови. По группе оно совпало с группой крови убитого кассира. Кроме того, Марина, которая по просьбе Осипова выманила сына убитого кассира из дома, уже дала показания. Осипов осознал, что отпираться тщетно, и начал говорить. 5 лет назад Дмитрий Осипов защищал Карымова, которому светило 10 лет за ограбление ювелирного магазина. Рецидивист предложил своему адвокату за хороший процент сохранить у себя его деньги – 20 тысяч. Тогда Осипов впервые нарушил закон и согласился. Сначала он держал себя в руках и не тратил больше, чем договорился с Карымовым. Но потом все вышло из-под его контроля. Он уже не мог отказать себе в хорошей жизни и за 5 лет потратил больше половины бандитских денег. Осипов считал, что сможет все вернуть. Даже устроился на вторую работу и начал откладывать, но случилось непредвиденное. Что там? Открывай свои. Ну, привет, Корефан. А я за баблом. За каким? Как за каким? Что схоронить тебя оставлял? А нету? Как это нету? Тихо. Есть идея. Ты и свое топишь, еще и заработаешь. Осипов знал, что Макурину в руки попала уникальная древняя икона. Дмитрий даже познакомил его с одним эстонцем, который был готов заплатить за раритет 50 тысяч, но Макурин отказался. Зная, как Макурин переживает за своего сына, который чуть не попал в тюрьму, Осипов придумал схему, которая позволила бы заполучить икону бесплатно и без насилия. Он знал, что раз в квартал, в день выплаты зарплаты, руководство устраивало профсоюзное собрание. Осипов договорился с Мариной, чтобы она в этот день уговорила сына кассира уйти пораньше, взять отцовскую машину и уехать из города. Перед собранием, на котором было много людей, в техникуме появился Карымов. В толпе, перед входом в актовый зал, он незаметно вытащил из кармана кассира ключи от сейфа. Хорошо, да. Зарплата. И зарплата, и премия – все будет. А если это Влад? Ты же видел, как он ушел с собрания? Не верю. Я тоже. Но пойми, они искать виноватого не будут. У парня условное за кражу. Что же делать? Ехать домой. Если это он, успеем перехватить. Думаешь, успеем? Пошли. Взял мою машину. Боже мой, что же делать-то, а? Сколько денег там было? 9263. Что же делать, боже мой? Ну, положим, 200 я тебе одолжу. А где остальные 9000 брать? Так, у меня есть один человек, он скупает старину. Звонить? Да, конечно. Давай. Он позвонил на квартиру Карымову. Тот приехал под видом богатого покупателя антиквариата. Добрый вечер. Добрый вечер. Они долго смотрели коллекцию икон, и покупатель согласился, что она вся, может, и стоит больших денег. Но он не хотел покупать так много икон. Он бы купил одну или две, но действительно старые. Это
Это была мечта моей жизни. Можете представить, как мне с ней тяжело будет расставаться. Это то, что нужно. 15 век. Но покупатель все равно не хотел платить такую большую сумму. Он долго якобы кому-то звонил, расспрашивал о самом Макурине и о его иконе. Спасибо, до встречи. Ну, что скажете? 6000 рублей. Сколько? Да вы что, это не серьезно, вы что? Это 15 век. 15 век. 9000 рублей сейчас и наличными. Подумайте. Ну нет же выхода, нет. Когда начали считать деньги, Макурин вдруг начал кричать и размахивать 10-рублевкой. На купюре красной ручкой был написан номер телефона. Оказалось, когда кассир утром получал деньги в банке, эта банкнота лежала верхней в пачке, и он ее запомнил. А ты меня хочешь подставить? Вместе с этим уродом? Сволочь ты! Тише, ты тише. Кого? Боевого офицера? Тихо, 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 тихо. Что тихо? Да я тебя сейчас, сука! Тише! Пусти! Не перестань! Преступникам пришлось срочно менять свой план. Они решили обставить дело как самоубийство. На столе оставили 3000 рублей. По их плану следователи должны были сделать вывод, что кассир нашел украденные деньги дома и заподозрил своего сына. Вот еще что. Еще что. Ты куда звонил? Алло, милиция? Хочу сделать заявление. Ограбление кассы автомеханического техникума. Все. Уходим. Валим. Уходим. Бывший адвокат Осипов и его бывший подзащитный Карымов очутились на одной скамье подсудимых. Старинную икону передали сначала в Ярославский художественный музей, где она долго пролежала в запасниках, а позже она оказалась в одном из монастырей. Сына погибшего кассира, говорят, еще не раз видели в обществе очаровательной Марины. Ну а зарплату в автомеханическом техникуме все-таки выдали, но с небольшим опозданием.